вот так вот, ребята. Вот это все, углекислоту или что там еще такой, порошок, вытряхиваем, отвернули штуцер у огнетушителя. Там, наверное, вала бы все его. Посвечу вот так, чтобы все вылезло. Будем делать газовую догорелку на пропане. А то эти баллончики, их не напастись. Да и маленькие они, если на рыбалку с собой ехать или куда-то еще отдыхать на пару дней. Ну вот я всю эту гадость отсюда вынес. Сейчас вот обычно водой залью, пролью ее. Болтаю тщательно, выйду в раковину по улице, она, видите, как она по два, по-моему, еле-еле стекает. Была бы здесь еще дырка, было бы легко все. Надо еще раз воду смыть. Сейчас я паузу нажму, иначе долго это все будет. Два раза я прорыл, кстати, все вот третий раз уже основательно. Там этого порошка до чертовой матери. Вот я все слил. Все, что было, там все остатки слил с него. Вот так вот стряхнул. Постучал, чтобы оно все вылилось. Хочется же, чтобы вода вся ушла. Берем тряпку. Вытираем насухо. Щеточкой мы вот такой металлической почистили резьбу и все. Еще раз вытерли. Вот эту тоже надо почистить от всякого хлама, от мусора. Манометр тоже почистить. Вот такая газовая догорелка есть. Я ее разобрал. Вот так вот получается все. Кран в ближней стороне поставлю, потому что он конический, там все равно ему какой стороной стоять. Беру вот такую сантехническую гель. Она, если засохнет, ее будет не отвернуть. Отвернуть, но очень сложно и тяжело. Вот так вот ее намазываю. Пусть лишнее будет, мне не жалко. Главное, чтобы уплотнение было хорошо сделано. Все вас я намажу. Вот она залилась вся. Вставляем вот в эту резьбу, как раз она подходит. Делаю удобный вариант, чтобы было она сверху, а не снизу. Да, в принципе, пускай и снизу будет, зато она будет уже под ней. Я сделаю сверху ее. Вот она почти до упора дошла. Попробую еще раз ее посильнее. Может, она лучше будет. Вот не идет, тогда я немножко верну ее обратно назад. Гель такая штука, что ее можно туда-сюда. Вот. Ставлю ручку ровно вертикально. Эту резьбовую часть тоже намазываю гелью.
Я так не пожалею ее. Пускай больше, потому что все-таки газ. Мне не жалко. Вот так вот я все обмазал. Это самое надежное уплотнение в наше время. Помазал. Заворачиваю. Заворачиваю как можно сильней. Всем сильней там лучше. Ну вот и все. Пойдет. Вот такой манометр здесь был. Поставлю его. Пускай, чтобы смотреть, какое давление газа у меня в баллоне будет. Тоже вот намазал. Фу. Завернул его на место сюда вот. Холодно на улице, руки мне мерзнут, не работают. Вот тут велосипедный ключик. Заворачиваем. Кстати, удобные ключики раньше были. Сейчас таких, наверное, нет уже. Тоже ставлю, чтобы манометр был в читаемом положении, чтобы было видно хорошо. Ну, получается вот так вот. Все видно. Все хорошо. Сюда я сразу поставлю. Так, сразу поставлю винтель. Этот винтель я сейчас баварка срежу, его перекрою полностью. Вот, ребята, буду делать газовую горелку, чтобы хватило надолго. Дальше будет продолжение. Это первая часть. Этот винтель я постоянно будет у меня закрытый. Он надежный. Я его еще ретер взял. Затиркой для клапанов. Затиркой. Спускать он не будет. Вот такие вот эти вот они уже надоели. Часто из строя выходят. Да и газа мало болит. Газ. Сделаю сюда одну горелку. Может быть, сделаю на шланги. Небольшой будет, удобно, хорошо. Ну, всем пока, до следующей встречи.